Всем привет, и мы на улице. Типа, будет маленький влог. На улице тепло, Серега гребет сугроб. На улице реально тепло, и мы решили что-нибудь типа тренить, потому что тепло. Что ты хочешь сказать в камеру? Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите нормальные комменты. Ну ладно. Короче, смотри этот влог, да, что мы тут будем так херню. Говори что-нибудь, угорай, и я не знаю. Мне лень монтажить, но я смонтажу. Вот. Что, ты делаешь что-нибудь? А что, надо на твой инстаграм подписываться? Да. А на мой? Все подписались на наш инстаграм, что я найду вас. И, да. Блядь, Гернага будет как химера. А то я найду вас сюда вон. Блядь, какая камера. Зашквар камера. Тебя пизжи. Давай всем пошла. Да. Ну, более-менее, да. Ты там на один уровень делаешь. Ага. Да. Неси. Ай, что-то ты разбился. Да, я думаю, тебя видно. Я так думаю. Подключи видно. Там будет? Нас заебало, там тренинг. Ха, пару раз прыгнули. Да, мы пойдем в другой дворик. Там уже чувствую, там как съем. Ярик сказал, там выше, меньше, больше, ниже. Ну, меня когда говорю в камеру, что меня какая-то шлюха перебивает. Я это вырезал. Я, это вырезал. Потому что мы пошли в другой двор снимать. На турник, на турничок, на турничочек? Ну, вот. Костя должен подъехать, вот там Петро приедет. Петя. Ладно, короче, мы подъем во дворик, я буду снимать дальше, а так не пошли. Мы пошли во дворик, сейчас я хочу нагребти угрозу тот турник. Как я его нагребу, я, короче, буду дальше снимать. Скажу вам. Снимай? Ну да, вроде. Нахуй мне нужен. Да. Я проебал за тебя, нахуй, идет РБТБ. Ну, я взял дал тебе это лак, и он... Ебать, да ты нормально сделал. Ой, красавец, нахуй ты раскрылся! Долбоёб, блядь! Бля, вы это видели? Нахуя он, блядь, раскрылся? И нахуй ты мой горб одеваешь? Холодно, блядь! А чё свой не можешь одеть, что ли? Сука! Скажите свои ощущения. Холодно, блядь! Нахуй ты раскрылся-то, блядь? Не знаю. Так люто, ебать, раскрылся, сука. Бля, ебать. Я снимаю нахуй. Всем привет. Еще раз. Здрасте. Короче, мы замерзли. Под на улице, блядь, тепло. Ну, наш друг решил за нас заплатить зал. Чтоб мы потренили нормально. Наш друг, вообще-то это я плачу за нас в зал. Это мои бабки. Ну ты же мой, блядь, друг. Друг, да? Ну брат, блядь. Козёл. Оп, снимаю.
Спайдермен. Да. Пай. Давай. Yeah.